Батышев Александр Иванович. Родился в 1924 году в крестьянской семье Батышева Ивана Перфильевича в селе Ашурково Иволгинского района. В 1924 году окончил 8 классов и поступил на курсы тракториста. Работал в колхозе. Но уже в 1942 году был призван на Восточный фронт. Служил 437-й батальоне связи. Позже, до 1947 года, 3221-м отдельно телеграфно-эксплуатационной роте. В 1947 году был демобилизирован и вернулся на родину. Работал трактористом Иволгинской МТС. После войны вступил в ряды Всесоюзной коммунистической партии. Со своей женой Еленой Васильевной Астраханцевой был знаком с детства. Она тоже работала в колхозе, воспитывала 3 детей, всем дала образование. Как коммуниста Александра Ивановича отличали честность, требовательность, умение выражать свое мнение по любому вопросу. Он был очень ответственным человеком, который не требовал за собой контроля. Ему поручали самые трудные участки земли, где требовалась аккуратность. В его трудовой книжке две записи. 1 апреля 1948 год. Принят приказом номер 45. Вторая запись. 11 ноября 1984 год. Уволен в связи с уходом на пенсию. Приказом номер 79. Награжден орденом Отечественной войны, медалями за освобождение Японии и медаль «Ветеран труда». Умер в 2001 году. Похоронен в Красноярске.